Сделать образовательный процесс в детских садах еще более интересным и увлекательным поможет творческий подход, уверены участники Всероссийского форума. К своей работе педагоги стараются подходить креативно. На площадках форума у них есть отличная возможность поделиться опытом. В нашем детском саду работает мультипликационная студия. Создание этих мультфильмов – это очень хорошее сотрудничество дошкольного организации с родителями. Дети очень гордятся своими мультфильмами, везде их показывают. Всероссийский педагогический форум проходит в Самаре в 9-й раз. В нем принимают участие 400 педагогов из Москвы, Самарской области, а также из Мордовии, Татарстана, Чувашии и Казахстана. Участники обсудят государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который вводится во всех детских садах страны. Главная же тема форума – социальное партнерство. Социальными партнерами системы образования, безусловно, является наука. Безусловно, родительская общественность. Безусловно, система здравоохранения и бизнес – который начинает как социально ответственный участвовать в реализации этих стандартов, помогает нам проводить конкурсы педагогов, которые мотивируют их на формирование новых необходимых компетенций. Новые формы и возможности социального партнерства в дошкольном образовании, которые предложат педагоги во время работы профильных секций, войдут в сборник. Он выйдет по итогам Всероссийского форума. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».